Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей в субботу, 14 декабря, провел прямую телефонную линию. За три часа к руководителю региона обратились 45 человек. Значительная часть прозвучавших вопросов касалась темы наведения порядка – от ремонта сельских дорог до благоустройства городских парков. Житель советского района Гомеля, который является инвалидом, пожаловался на неудобный пандус в многоэтажке. Мужчина уже долгое время не может выйти из дома. Во время прямой телефонной линии этот район не единожды оказывался в поле зрения председателя облсполкома. Некачественный ремонт, несанкционированная торговля, разбитые дороги в зонах отдыха – только некоторые проблемы, которые озвучили гомельчане. Поручения по реагированию на отдельные обращения были даны непосредственно во время телефонной линии. Большинство остальных вопросов будет решено в течение 7 дней. Центр раннего вмешательства на базе детской поликлиники открылся в Жлобине. Специализированную медицинскую помощь в новом учреждении будут получать дети с нарушениями развития в возрасте до 3 лет из Жлобинского и Рогачевского районов. На данный момент в базе данных около 300 детей. Она будет оперативно обновляться. В центр попадают, когда у медиков из поликлиник возникают сомнения по поводу здоровья их маленьких пациентов. Вкусные сувениры и приглашения на новогоднее представление. С такими подарками молодежный совет Гомельского областного объединения профсоюзов приехал в Добружский районный социально-педагогический центр. Это стало началом республиканской благотворительной акции «Профсоюзы детям». Первыми подарки получили 10 нынешних и бывших воспитанников центра, которые вернулись в свои биологические семьи, либо обрели новые. Акция ежегодная существует уже 15 лет. На подарки и проведение благотворительных елок в Гомельской области профсоюзы выделили 370 тысяч белорусских рублей.